Присылайте мне деньжата, коли не бедны, коли еще при этой власти держатся штаны. Друзья мои, я буду каждому посвящать стихотворение, кто пришлет какую-то сумму для поддержки моего канала. Каждому. Друзья мои, как я и обещал, каждому, кто присылает на мой канал какую-то сумму для поддержки моего канала, я посвящаю стихотворение. Вчера на Яндекс.Деньги мне пришло 100 рублей. Правда, отправитель оказался неизвестным, но, тем не менее, я посвятил стихотворение и ему. 100 рублей на Яндекс.Деньги, сумма не ахти. 100 рублей не хватит даже, братцы, на такси. Но в кубышечку канала сотенку кладу. И софтбокс куплю я все же в будущем году. Буду я снимать видосы, просто шик и блеск. И просмотров на канале сразу будет всплеск. И подписчиков привалит сразу 1005. И от этой сладкой мысли всех хочу обнять. Присылайте мне деньжата, коли не бедны, коль еще при этой власти держатся штаны. Так по коням, ноги в стремена. Будут у России чудо времена. Друзья мои, я буду каждому посвящать стихотворение, кто пришлет какую-то сумму для поддержки моего канала. Каждому. Каждому.